выгодно. Друзы, еще раз вернусь к друзам. Маленький очень народ, который в 11 веке появился в Египте, но, естественно, их оттуда изгоняют, потому что говорить в мусульманской стране то, что вера в пророка Мухаммеда устарела, это уже не очень хорошо. Поэтому друзов изгоняют из Египта, и они расселяются здесь по всему Ближнему Востоку. Друзы утверждают, что вот тогда в 11 веке, когда их из Египта изгоняют, ворота...